Эй, ваша честь, готовы к инспекции? Ну, пошли. О, господи, я слышал, что вы отпустили этого в фольге. Многих это охренеть как взбесит. Ничего, что я с вами по-простому, как мужик с мужиком. Застегни ширинку, у нас важный посетитель. Черт, да что с тобой? Не видишь, что ли, что я читаю? Это судья, тупорылый. Вот дерьмо. Простите, ваша честь. Прошу, осмотрите камеры. Извините, что не могу пустить вас в главный корпус тюрьмы сегодня. Заключенные перевозбудились, так сказать. Шериф приказал тут все перекрыть, пока ситуацию не удастся взять под контроль. Это ради общей безопасности. Да ты говноед. Ага, проснись и пой. У нас гости, между прочим. Надо было предупредить, засранец. Сходи, посмотри, что это было, ага? Давай, двигай, живо! Ладно, ладно, носки не потеряй. Да, да, здесь кто-то есть? Ага, ага, и ничего здесь нет. Ты шутишь? Собирался написать это письмо 14 лет. Сегодня я это сделал. Этим вечером я заплачу за все свои ошибки. Это справедливо. Если ты читала мое дело, ты знаешь, я был наемником и причинил много боли. Это правда. По идее, я должен раскаяться, испугаться смерти. Но нет. Нет ни страха, ни раскаяния. Осталось лишь сожаление. Мне жаль, что я таки не узнал тебя. Ты — главное в моей жизни. Прости, что я этого не понимал. Твой отец — Кейн.